Прикоснуться к профессии. В Нарьян-Маре стартовал очный этап регионального проекта «Билет в будущее». На базе Ненецкого профессионального училища старшеклассники выполняли сантехнические работы на самом современном оборудовании. На первом занятии побывала и наша съемочная группа. Под четким руководством наставника Влад Филиппов впервые самостоятельно собирает трубопровод. Я решил этим заняться, потому что в школе я очень люблю технологию, а в 9 классе у меня ее не будет. Люблю работать по чертежам и измерять. Согласно требованиям, на площадке могут присутствовать не более 5 человек, для того, чтобы каждому из них было оказано максимальное внимание. Сегодня школьники осваивают компетенцию сантехника и отопления. Ребятам сегодня необходимо собрать трубопровод, да, который включает в себя гибку, правку и прессовку изделия. Ну, мы же здесь подсказываем, у них есть чертежи, есть технологическая карта, что расписано поэтапно, что они должны сделать. И на это дается 1,5 часа. Проект «Билет в будущее» состоит из нескольких этапов. Его основная цель – помочь школьникам определиться с будущей профессией. Для того, чтобы принять участие в так называемых пробах, ребятам нужно пройти онлайн хотя бы один тест на платформе проекта, после чего приступить к очным занятиям. У детей есть возможность поработать на современном профессиональном оборудовании, так как все площадки по профпробам соответствует требованиям WorldSkills. А требования WorldSkills очень жесткие, что касательно оснащения рабочих мест современным оборудованием. На данный момент на этой площадке присутствует то оборудование, которого еще нет даже в организациях, которые занимаются, допустим, выполнением сантехнических работ. В рамках проекта школьники смогут пройти 11 профессиональных проб в очном формате, а в онлайн-формате доступны более 50 компетенций. Большим интересом пользуются детей онлайн-пробы по информационным компетенциям, таким как веб-дизайн, графический дизайн, эксплуатация беспилотных авиационных систем, в общем, все, что связано с технологиями будущего. Следующими пробы пройдут по компетенциям поварское дело и социальная работа на базе Ненецкого аграрно-экономического техникума. Электромонтаж на базе профессионального училища и 4 компетенции запланировано провести в социально-гуманитарном колледже. Проект «Билет в будущее» завершит свою работу в октябре. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».